Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. К чему готовиться водителям в наступившем году? К закручиванию гаек. В частности, в законодательстве может появиться норма, согласно которой за 3 грубых нарушения в течение года гражданину будет грозить лишение прав. К грубым проступкам относятся, например, превышение скорости более чем на 60 км в час и проезд на красный. Кроме того, может быть ужесточено наказание для нетрезвых шоферов, которые везут детей. Речь идет о штрафе в 50 тысяч рублей и лишении ВУ на срок до 3 лет. Трасса 101. МВД вот-вот собирается запустить электронную базу злостных нарушителей и правил дорожного движения. Доступ к ней дадут, например, транспортным компаниям, чтобы они смогли проверить граждан, претендующих на должность водителя. Платной или бесплатной будет такая услуга, не уточняется. В перечень попадут как россияне, так и выходцы из других государств. Трасса 101. Вскоре изменятся правила установки знаков, а также сами знаки, предупреждающие водителей о наличии камер фото-видеофиксации нарушений. В населенных пунктах такие таблички будут размещать только на въезде, на трассе за 150-300 метров. Новшество вступит в силу 1 марта. Трасса 101. В прошлом году, а вернее с января по ноябрь включительно, на российских дорогах поймали около 270 тысяч нетрезвых водителей. Это примерно половина населения Кирова. Еще 1500 шоферов, по данным ГИБДД, отказались от прохождения теста на алкоголь. Пьяные рулевые стали виновниками каждого четвертого тяжелого ДТП. Трасса 101. Среднестатистический российский автомобилист владеет одной машиной около 5 лет. В премиальном сегменте показатель поменьше – 4 года, сообщает агентство «Автостат». Речь идет об автомобилях, которые были куплены, как говорится, с нуля. Чтобы быстро продать авто, специалисты советуют в первую очередь обратить внимание на 3 вещи. Выставить оптимальный ценник, сделать привлекательные фото и оригинально составить описание. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.